Морской пляж, путешествия по российским городам и весям, поездки за границу, а также дачи и еще тысячи вариантов, как провести летний отпуск. А как отдыхают саровчане, пойдемте узнаем. Занимаемся спортом, отдыхаем, ездим на дачу. Все? Гуляем, в парк ходим. В июне я ездила в лагерь. Дальше, как сказала моя мама, мы все же ходим в парк, отдыхаем, на дачу, на огород. И мне, думаю, это лето будет очень хорошим. Я на практику хожу. Ну что, прям полтора месяца, что ли? Ну, уже месяц почти. А, так, что дальше? Дальше планирую отдыхать. Как? Активно, надеюсь. Ну, я хочу в лес ходить с грибами, там, не знаю, купаться на озере. У меня дом свой, природа, река рядом. Зачем куда-то ехать, когда у меня все рядом? У меня вообще красота. Да вам жутко повезло. Это точно. За грибами на рыбалку, как вы еще проводите? Родителям помогаю, вон, на огороде там лучше. Ну, не скучно все это, нет, нормально? Они дают скучать. Работаем. Отпуск-то будет? Нет, без отпуска. Это не может быть. Ну, как это? Все. Все лето в работе? Да. А вечерами что делаете? Вечерами работаю, подрабатываю, зарплата маленькая. Отпуск был, нет? Нет еще. А будет? Будет. Когда? В августе. Ну здорово, что планируете в августе? Пока не знаем. Вот я сейчас пенсионерка, поэтому у меня либо все время отпуск. Нет, ну если получается, конечно, нужно выездки куда-то делать, потому что если ты остаешься дома, то отпуск, конечно, он так в полной мере не ощущается. Работаю, работаю, конечно. Отпуска не будет? В конце. Лето только. Что планируете в отпуск? Санаторий. Вот мы на даче еще хотели съездить после того, как вот башни побудут здесь еще половину августа. И поедем еще на дачу потом. На даче. И за грибами хожу. Просто по городу гуляю. И все? Да. Как проводите это чудесное лето? На работе. Хорошо. Отдыхаю, вот в лесу гуляю. Про летний отдых для вас узнавали Елена Грицкова, Владимир Листик, служба новостей, Саров-24.